Каждому известно, что учение свет. Однако же в России начала 18 века это древнеримское утверждение было не в ходу. И недоросли, то есть молодые дворянские дети, совершенно не стремились обогащаться знаниями. Однако же императору Петру I, который строил свое государство, такое положение дел было совершенно не в тему. И в 1714 году он издал полузабытый у нас сейчас указ, запрещавший всем дворянам жениться, покуда они не обретут необходимые для службы знания. Именно с 1714 года пошел вал желающих учиться наукам, военному делу, кораблестроению и тому подобное, желательно за границей. Это обучение в России оплачивала казна. Именно таким незамысловатым образом Петр I получил для будущей Российской империи множество высоких специалистов.